Я приветствую тебя, мой друг, на моем канале. С тобой Дава Дым, и как ты видишь, у нас тут пришла бандеролька от компании «Контрабанда». Я ее специально не открывал, чтобы открыть ее вместе с тобой. Но перед этим маленький план на сегодняшнее видео. Сегодня мы откроем «Контрабанду». Я знаю, что это табак, но его не пробовал. Ну и подробнее про это расскажу. Второе. Мы выберем победителей, кто выиграл содержимое бокса от компании Tommy Gunn. Потому что содержимое бокса было большим, и было принято мною решение разделить это на двух победителей. Ну и, конечно, мы посмотрим, что внутри этого бокса, и тоже разыграем. Так что ставь лайк, подписывайся, а мы погнали. Короче, я не очень люблю такое понятие, как сургуч. А это вот такая штучка, которыми делают, типа, ну, пломбу. Потому что он очень грязный, от него много мусора, поэтому я ее трогать не буду, а аккуратненько вскрою здесь. Погнали смотреть, но вначале я посмотрю сам. Вдруг тут кусок говна от производителя, и я не хочу шокировать вашу психику. Тарарарам. Вроде ничего такого нету, но сразу, наверное, будет подъем производителю. Пожалуйста, я вас умоляю, не ложите в боксы наполнитель, который, блядь, оставляет кучу мусора. В данном случае это вот такой вот мусорный поролон, ну, реально просто неприятно. Короче, это вот такой у нас вот пакет. «Контрабанда» внутри. Как я вижу, здесь у нас есть белая рубашка от компании Max. И размер у нее slim, то есть, ну, форм-фактор slim, а размер 2XL. Круто. Брошюрка. Вау! Это у нас уже второй выпуск, второй продукт за последнюю неделю, который как-то связан с бандами, с мафиози. Маленькое досье. Барри Силс. Ладно, здесь есть информация о продукте. Приветствуем тебя, Дава, творческое объединение тунеядцев. Безмерно благодарить тебя за внимание и время, уделенное на чтение данного текста. Правда, правы в том, что это читать заеб. У них здесь есть слоган «We are simple, с нами проще», который отражает всю суть нашей задумки. Открыв пачку, ты в этом убедишься сам. Короче, как я понял, нас здесь ждет что-то интересное с пачкой, и она какая-то необычная. Я ее не вижу, честно. А, я понял, ребят. Короче, что нужно сделать? Сейчас поймешь. Вот так это должно быть. Правда, у меня нет такого пиджачка, но они говорят, что я похож на него. Скорее всего, это жесткий подъеб за мои залысины. Я вам, ребят, это не прощу. Короче, я самолетом долетел с Кубы и привез вам немного контрабанды. Так, ладно, давай смотреть дальше. А, не трать время впустую, мы все придумали за тебя. Контрабанда, we are simple. С нами проще. Так, необычные табачные миксы. Крепость средняя, но накуривает. Упаковка, решающая все проблемы потребителя. Вот здесь нам нужно разобраться. Я ее также не трогал. За основу вкусов контрабанды легли отборные листья табака Берли и качественные европейские ароматизаторы. При производстве табака мы используем специально подобранные жаростойкое сырье, которые позволяют сохранить насыщенный вкус в широком температурном диапазоне. Ладно, листаем дальше. Так, у них есть линейки коктейльная, вкус, энергетик, черная смородина, сатоши. И гастрономия, острые куриные крылышки, hot wings matter. Вот, блядь, острые крылья я курить не буду никогда. Так, ладно, идем дальше.
А, есть вот такая вот футболка с прикольным принтом «Майами Трафик». А, есть вот такая вот штучка. «Don't disturb, I'm smoking hookah». Можно будет вешать мне на дверь, чтобы все понимали, что я делаю. Прикольные штучки. Так, какой-то пакетик. Ага, обычный мундштучок на 3D-принтере. Круто. Ну все, ребят, давайте мы с этим разберемся. Теперь погнали к табаку. Ребята из контрабанды нам говорят, что типа мы решим все проблемы с открыванием пачек. Здесь лежат все вкусы, которые я прочитал. Мы сегодня бомбанем один вкус, а уже потом я сниму второй выпуск, где мы заодно и подведем итоги по конкурсу контрабанды. Ну и, конечно же, я расскажу про вкусы. Давайте пробуем все это аккуратно открыть. Главное, чтобы нам акциз все не испортил. А то идея ребят, как все должно открываться, просто сломается. Смотрите, поехали. А, стой, блядь. Уже нелегко. Да ладно. Вы серьезно? Вот вы серьезно? Вот с вот этим? Мега удобно. Бля, ну, уже было такое. Единственное, в чем есть нехуевая штучка, это то, что здесь два пакетика, две порции. И, скорее всего, они ровно рассчитаны на чашку. Поэтому удобно, удобно, здорово, круто. Прям Unreal удобно, как прям мега-супер удобно. Я прям аж чуть не кончил в этой рубашке. Короче, что по упаковке? Она прикольная, на ней есть вся информация. Она не для продажи. У ребят есть акциз. Соответственно, есть честный знак, а это сейчас очень важно. У ребят даже есть TikTok. Изготовитель Virginia Group. Хоу, интересно. Ведь табак Tommy Gun тоже был произведен Virginia Group. Virginia, у вас там что, блядь, мафиози? Погнали. Сейчас все это забьем. Забьем один вкус. И уже раскурим все это. Чашечка вроде у нас прогрелась. Победителей мы выбрали. И давайте дадим ей немного догреться. И я вам скажу условия. Чтобы выиграть точно такой же бокс. Полный. Не от меня, грубо говоря, напрямую от производителя. Там будет все то же самое. И пачки будут все закрыты. Что нужно сделать? Подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео, включить уведомления о новых видео и написать в комментарии, что ты думаешь об этом продукте и об этой супер крутой упаковке. И победителя мы выберем в обзоре, когда я буду уже рассказывать про эти вкусы. Так что желаю всем удачи. Либо можешь написать, идет мне такая рубашка или нет. Похож я на Барри Сила или не похож. Первое мое впечатление, это у меня вкус яблока с корицей. Довольно-таки неплохо по ароматике. Корица не выпрыгивает вперед яблока. Оно не залазит на территорию яблока. И яблоко более-менее. Но всегда есть но. Табак очень долго греется. У меня 4 угля 25-х. Учитывая, что чашку я грел более 7 минут, потому что отходил, пока все это грелось. И он еще 100% не раскрылся. А может и не раскроется вовсе. Это мы уже узнаем в следующем выпуске. Но сегодня я постараюсь, пока мы с вами все это прокуриваем, решить этот вопрос.
За счет того, что он до конца не раскрывается, сложно оценить его прям полноценную аромку. Можно лишь только оценить, как курица яблоко и как курица корица. И то на старте. Вот как будет, когда она раскроется, невозможно. Да, продукту нужно однозначно гораздо больше тепла. Это, конечно же, минус. Если продукт будет похож на элемент, то ему будет очень тяжко в хореке. На старте я вам сразу скажу, что никаких негативных моментов нету. На старте прям сразу бьет аромочка, какая бы она ни была, прогретая, не прогретая, но нету каких-то противных моментов. А сейчас я курю и тоже понимаю, что в принципе норм. Короче, яблочко запеченное, на самом деле, привкус запеченного Гренни Смита. И корица приятная. Бессмысленно сейчас что-то говорить о других вкусах, потому что ты их не пробовал. И давайте я пока, пускай догревается, немного подведем итоги, что касается дизайна, как мне это понравилось, как мне это не понравилось, что касается мерчухи и, собственно, все идеи контрабанды. Название интересное, на самом деле, мне очень нравится это название, и я долго очень ждал, когда же кто-нибудь сделает табак с названием «Контрабанда». Это будет маленькая такая отсылка к тому, с чего это все начиналось. Конечно же, с контрабанды, Сивас и прочие дела, да, Питер, конечно же, опрашка и так далее. А о том, что здесь все это разделено, тоже прикольно. А как заявляли ребята, в Simple с нами проще, грубо говоря, будет проще. А упаковочка, я ждал чего-то больше. Я ждал чего-то такого супер крутого, да, то есть, ну, когда ты читаешь по брошюрке, ты, соответственно, представляешь, что будет очень круто, и очень сильно разочаровываешься, что это не так сильно круто, как ты представлял. Другими словами, это пачка Киберпанк 2077. Чтобы ты ждал, типа, круто, круто, а когда начал играть, что понял немного по-другому, но при этом есть люди, которые это играют. А здесь, кстати, есть текст. Не нужно пачкать руки, чтобы забивать чашу. Табак специально расфасован в пакеты по 20 грамм, что идеально подходит для одной забивки. Доллар билл – основная валюта любых сделок в мире. Всем известный американский доллар. И, как я понимаю, в каждой пачке есть трактовка названия. Допустим, Miami Traffic. Здесь стопудово написано что-то про Miami Traffic. Чит-код в игре GTA Vice City вызывает хаос на дорогах и в городе, что может быть лучше, чем осуществление задуманных дел. Ребята, короче, решили прям широко-широко. Но надо было, я думаю, ребятам также еще положить брошюрку, что наша упаковка примерно то же самое, что и Киберпанк 2077. Ожидаешь очень дохуя чего, представляешь, но в деле немного по-другому, но удобно. Второй шанс. Аллилуйя. Пошла крепость. Крепость не очень крепкая. То есть она не будет вас раскачивать, она не будет вам бить по горлу, и она не будет вам казаться очень легкой. Вот сейчас продукту лайк. Очень хорошо, но, еще раз повторюсь, но, мы начинаем курить, происходит циркуляция воздуха, и табаку не хватает жара опять. Хватило его примерно на 4 тяги, после того, как в нем скопился горячий воздух. Поэтому надо было мне использовать, скорее всего, колпак, я это учту к этому продукту. И в следующем обзоре, где мы будем подводить итоги этого продукта,
Я уже буду греть на колпаке. Ну ладно, не буду задерживать твое внимание. С тобой был Барри Сил. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Всем пока-пока.